С понедельника в школах наступают весенние каникулы. Сотрудники государственной автоинспекции призывают водителей быть предельно внимательными на дорогах. С 19 марта в Славянском районе проводится первый этап оперативно-профилактической операции «Внимание, дети». Цель данной операции – профилактика детского дорожного травматизма. За текущий период 2018 года в Славянском районе произошло 5 дорожно-транспортных происшествий с участием детей в возрасте до 16 лет. В результате данных ДТП пострадало 7 подростков. Для того, чтобы обратить внимание водителей на несовершеннолетних пешеходов, а также напомнить правила перевозки детей, сотрудники полиции совместно с молодежным патрулем раздали им памятки и световозвращающие браслеты и наклейки. Сотрудники ДПС проводят рейдовые мероприятия, направленные на выявление нарушений правил дорожного движения несовершеннолетними, а также нарушения правил перевозки детей в салоне автомобиля. Операция «Внимание, дети» продлится до 8 апреля. Анна Монастыренко, Александр Косицын, программа «События».